Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Наступил 10-й день жизни. Суеферовит. Все как всегда. Сейчас мы будем колоть наших поросят. Свиноматку мы предварительно изгнали. Она у нас на улице хрюкает там, чтобы не мешала нам здесь. Поросятки сейчас начнут, возможно, начнут кипишевать. Ну, в общем, будем сейчас железом колоть, чтобы поросятки хорошо развивались. А вот первый пришел. Итак, укольчик делать будем, как обычно, в ляжку, 5 кубов. Так, первый готов. Иди в кадр, иди. Так. Операция несложная, но крайне важная. Из-за недостатка в крови железа у поросят белых свиней возможно, ну, начнется, может начаться, ну, скорее всего, начнется, так скажем, кислородное голодание. Анемия, так сказать. Так, сейчас мы пойдем кого-нибудь выловим еще. Вот. Думаю, будет видно. Операция несложная, в принципе. Для поросят не очень болезненная. Это ему понравилось, а то он ногой так машет. Еще выпрашивает. Да, кстати, после атаки, хряка атаки. Так, вот это был. Вот это еще, по-моему, не... Покажи ножку. Покажи ножку. Как видите, нога у меня заросла уже почти. Уже который третий день идет. Мне даже не надо пить обезболивающее утро, только на ночь. Чтобы заснуть. Да, нет. Кстати, хряк не пострадал. Так что, сторонники Greenpeace, сильно не расстраивайтесь. Пострадал хозяин. Да. Я никаких мер не принял к его уничтожению. Просто, как мне один написал, хлопец один написал, зато когда будешь его валить, с удовольствием завалишь. Так что я жду этого дня, как в том анекдоте. Назови барана прапорщик Петров, я приду, зарежу собаку. Так. Давай, это у нас такой Петренчик. Хороший. Укол, в принципе, положительно воздействует практически сразу. Видно прямо по поросяткам. Они становятся активнее. Растут, если ты это слышишь, ты вот это хочешь оставить? Да. Две таких. Рыжие, крыжевые. Ты ж маму потерял. Да ну да, мама что-то давно нет, да? А мама сейчас бегает. Так, что там у нас? Опять же, укольчик получается у нас внутримышечно. Так, тихо ты. Девка.
дергается, зараза. Все, последнего и сюда. Так. Через буквально 3 дня будем уже колоть им витамины. Ну не железосодержащие, а как у нас называется? Как там? Не помню. Комплекс витаминов, там 14, по-моему, витаминов у него. Ну как, скажем так, достаточно дорогостоящее, но эффективное средство. Я уже делал видео по этим витаминам. Очень эффективно. Прямо на глазах видно, как поросятки начинают лучше расти. Ну, в общем, в принципе, вот как-то так. Первое мое видео после ранения боевого. Что-что? Я сейчас ухожу. Сейчас крокодил залетать будет, я уйду. Подождите. Погодь. Уйди. Давай. Давай. Уйди. Все, молодец. Красавица. Мадам. Жалуются. Илюха, закрой дверь. Сейчас. Не, ну надо сразу пожрать по-любому. А, Илюха, надо было насыпать сразу этой самой. Рыжику насыпать жрать. О, стресс надо снять срочно. О, вот это вот смотри, вот. Но она аккуратно, да, но они когда маленькие сады лезет, придурочно. Вон загрызнул сбоку. Ну я же говорю, голову прямо сует под нее. Она... Ну она молодец, ну такая что здоровая. Аккуратно, а сейчас он падает. Смотри. Да, отчасти, возможно, конечно, вот мне в комментариях пишут, из-за того, что пол опилки, она там яму вырыла, они скатывались на дно ямы, ну, даже не знаю, что и сказать по этому поводу. Ложится, она вообще... Неаккуратнее. Она когда первые пару дней, первых, тебе же ложь после пороса. Да, вообще... Она вареная, никогда даже не ела драки. 16 штук. Так что, давайте покажу еще раз, чем колоть. Суэфировит, дешево и сердито, раствор для подкожного или внутримышечных инъекций, предназначен для свиней с добавлением декстрата железа, микроэлементов, витаминов группы В. Вот самое главное им в первых 10 дней получить железо, насытить организм железом, тогда кровь нормально переносится, кислород в крови нормально переносится, и они не нормально развиваются, не голодают, нету кислородного голодания у них, поросяток быстро растут, не болеют. Это очень важно именно в первые 2 недели их жизни. Поэтому некоторые колят, первый укол вообще в первый день делают, я знаю. Сразу делают и железо, и глюкозу колят. Но глюкозу надо иметь в виду, там, на, по-моему, 2% или 4% раствор. Его можно колоть подкожно, если 40% ни в коем случае подкожно нельзя колоть, только внутривенно. Ну, в общем, отвлекся от... Ой, смотрите, свет тухнет. Давайте подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Пожелайте поросятам побыстрее вырасти и найти себе новых хозяев. Всего доброго!